Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Отправляемся в путь. В Государственной Думе обсуждаются новые правила прохождения водителями медицинского осмотра. В частности, депутаты предлагают обязать автомобилистов получать медицинские справки раз в 5 лет, а не раз в 3 года, как сейчас. Причем инспекторов ГИБДД не планируют наделять правом требовать справку у автолюбителей. В связи с этим инициативу народных избранников трудно назвать нужной, ведь с тех пор, как медсправку исключили из списка документов, которые нужно предъявлять на техосмотре, она по большому счету стала формальностью, необходимой только для того, чтобы получить или заменить водительское удостоверение. Трасса 101. Федеральная антимонопольная служба выступила против отсрочки запрета на бензин класса Евро-2, который должен вступить в силу с 2013 года. С просьбой подождать в ведомство обратились нефтеперерабатывающие заводы. Они сослались на то, что не успевают модернизировать оборудование. Антимонопольщики фактически ответили: «Не наши проблемы». Отмечу, что следующее по классу топлива Евро-3 уйдет в небытие в 2015 году. Автомобиль – это не только средство передвижения, но и средство для добычи пропитания. Я не о банальных поездках в продуктовый магазин, а о путешествиях за грибами и ягодами. К ним неравнодушен главный врач Кировского центра крови Сергей Порохненко. Я люблю, конечно, с семьей очень люблю ездить за грибами, ягодами, ну, иногда на рыбалку такую в узаконенном порядке, без сетей будем говорить. Излюбленное место для нас – это, безусловно, Белохолуницкий пруд. Там очень много друзей. Машина последний раз приобретенная. Это Sanyong Action. Хороший паркетник. Позволяет поместить до 10 более ведер грибов. Вот последний раз мы ездили к дочери с зятем в Мураши. И утречком рано мне зять говорит: слушай, надо бы съездить за грибами. Вот, ну, поехали. И начался дождь. Нас проводник провез на своей легковой машине до определенного места, километров за 15. Мы остановились. Дальше не знаю, ехать или не ехать. Ну, испробую свою машину. Рядом никого, дождь идет. И мы на ней проехали километров 5 достаточно хорошо, остановились и начали собирать грибы. Урожай порядка 15 ведер, я не знаю, куда эти грибов переработали, отдали всем знакомым, сейчас холодильники забиты и так далее. Хотел бы сказать, пожелать всем нам водителям, давайте будем взаимовежливы. В Сингапуре начали продавать квартиры в высотке, где, кроме всего прочего, предусмотрено место для автомобиля. Специальный лифт поднимает машину на нужный этаж и располагает ее рядом с гостиной. Таким образом, хозяин может наблюдать за своим стальным конем хоть круглые сутки. Стоят такие апартаменты, конечно, немало, от 7,5 миллионов долларов. Зато какое оригинальное решение проблемы парковок. До новой трассы 101. Удачи. Пока. Трасса 101.